Фаустом и Мефистофелем была душа. И вот, когда прекрасное мгновение останавливалось, как раз эту душу и забирали у Фауста. Примерно лет за 300 до того, как Антони Радзивилл с Иоганном Гёте написали оперу «Фауст», по Германии ходили легенды про алхимика, безбожника, который творил какие-то ужасные вещи, может быть, даже людей убивал, какие-то заклинания придумывал. И один из прототипов жил в конце 15-го, начале 16 века. Наследник Несвежской линии Антоний Генрих Радзивилл родился гораздо позже, в 1755 году. Когда мальчику было 8 лет, в Вильно пришла весть о смерти деда Мартина Радзивилла. Именно его сравнивали в семье с героем германских хроник 16 века, доктором Фаустом. Мартин, который был очень умен, получил прекрасное образование и с юности занимал высокие посты в государстве. Конечно, в его блестящей карьере играла роль и влиятельность родителей, влияние имени. Ведь Радзивиллы были очень известной фамилией в Речи Посполитой. Но случился какой-то слом. Говорили, что он все оставил, уехал, закрылся от внешнего мира. И он превратился в какого-то мага, чародея, колдуна. Неизвестно, чем он занимался, но это были очень темные дела. Он отказался от христианства. Слухи ходили в окрестности, что он убивает людей. Или использует кровь детей, чтобы исполнять какие-то свои обряды. Начинают происходить непонятные вещи, исчезать люди в окрестностях его имения. Он создает себе лабораторию, и разговоры идут среди местных жителей все хуже и хуже, что цель его поисков — это создание философского камня, чтобы любой чугунок можно было превратить в золотой. Но на этом он не остановился. Он решил запереть свою жену с детьми под замок и создать себе гарем из числа местных красавиц-крестьянок. Хотя есть свидетельство, что этим девушкам жилось хорошо. Что он им шил очень красивое платье, дарил украшения. Терпение Радзивиллов исчерпалось тогда, когда Мартин принял иудаизм из всех религий, которые на то время существовали и были ему предложены. Чтобы избежать насмешек всей Речи Посполитой, гетман Михаил Казимир Рыбонько, Харунжий и Иероним Флориан и новогрудский воевода Юрий Радзивилл добились разрешения короля на установление жесткой опеки над мятежным родственником. Они получили такое разрешение. И все дело было поручено Иерониму Флориану, который владел Слуцком. Войско Радзивиллов атаковало замок, мгновенно выбили ворота, охрана Мартина не оказала активного сопротивления, то есть они просто не видели в этом смысла. Но вот когда воины ворвались в замок Мартина, то перед их глазами предстала очень необычная и жуткая картина. В то время как братья Радзивиллы штурмовали дворец своего родственника в Чернавчицах, Мартин Радзивилл занимался тем, что играл на скрипке. Его заперли в Слуцком замке. Во время пребывания в заточении Мартин просто насмехался над своими мучителями. И самое интересное, что сохранились легенды, что при этом он продолжал играть на скрипке. Родственники ждали, что он будет сходить с ума, биться головой о стену, а он играл себе на скрипочке, такой вот Симон Музыка. Во все времена Радзивиллы сами создавали вокруг себя мифы и легенды. Окружающие тоже слагали свои мифы и легенды о них. Неизвестно, насколько серьезно маленькому ребенку рассказывали правду о его дедушке Мартине Радзивилле. Народные легенды соединились с историей его семьи, причем с историей не очень далекой, потому что Мартин — это его дедушка. В 1794 году, получив образование в Геттингенском университете, Антоний Радзивилл переехал в Берлин. Именно здесь было суждено возродиться легенде о дедушке-бунтаре. Но произошло это чуть позже.
Вначале надо было обзавестись связями, и Антоний через короля познакомился с Луизой Бранденбургской. Женился и поселился с ней в большом дворце в самом центре Берлина на Вильгельмштрассе. Именно здесь и начинаются те знаменитые вечера, когда к ним приходила вся знать того времени. Антоний Радивилл был в центре внимания, так как он выступал на этих вечерах. И вот о нем уже пошла слава, как о человеке, который проводит такие музыкальные вечера и, кстати, сам же исполняет некоторые музыкальные партии. Он владел несколькими музыкальными инструментами, но лучше всего он играл именно на виолончели. И тем не менее, в музыке он наилучшим образом выразился через композицию. В 1808 году состоялась публикация первой части трагедии Иоганна Гёте «Фауст». И это произведение сразу стало очень популярным. Конечно же, Антоний Радивилл был одним из первых, кто приобрел и прочел эту книжку. Я думаю, что, прочтя «Фауст» Гёте, Антоний Радивилл не только вспомнил своего деда Мартина, он увидел прямые параллели. Он знал германские легенды, и он знал историю своей семьи. «С собой напрасно слишком я кичился. Мое достоинство лишь твоему равно. Великий дух презреть меня решился, и тайн природы знать мне не дано». И тут он увидел что-то совсем иное. Что делает Фауста не отрицательной личностью, человеком, а скорее человеком возрождения. Человеком просвещения. В совсем другом ракурсе он вдруг увидел и своего деда. И захотел его реабилитировать в памяти и семьи, а может быть и в глазах общества, всей Речи Посполитой. Увлекшись сюжетом трагедии Гёте, Антоний Радивилл начал сам сочинять либретто и писать оперу «Фауст». Конечно, такая мысль возникала не только у Антония Радивилла. Положить Фауста на музыку хотели и Берлиоз, и Бетховен, и Мендельсон. Известно, что в Европе были знаменитые композиторы, которые мечтали об этом. А вот Иоганн Гёте эту идею не поддерживал. Ведь он считал, что осуществить такой замысел под силу только Моцарту. Но Моцарта в то время уже не было в живых. В 1814 году князь Антоний Радивилл приехал в Веймар и встретился, наконец, с автором «Фауста», с Иоганном Гёте. Именно тогда Антоний Радивилл в качестве аргумента предложил идею: да, Мефистофель есть. Дьявол есть в этой трагедии и в этой опере как действующее лицо. Бога как персонажа нет. Зато деяния Бога будут выявлены через музыку Моцарта, через аллюзии на его музыку. Думаю, что это и стало решающим аргументом. Буквально на следующий день Гёте в своем дневнике записал: «Визит князя пробудил надежду, что эта гениальная, порывистая композиция увидит свет рампы, станет спектаклем. Князь Антоний – последний трубадур нашей эпохи». И по просьбе Антония Радивилла Гёте дописал несколько сцен, которых, кстати, не существует в тексте трагедии. Они есть только в либретто оперы. Скажу одно я,
молился му, что в сердце мою назвы от победы не сдойду. Колью белый свет, допытливо иду, как слово истины шукать иду. Белый свет, ну как, коль огонь яким палаю, тоском вечным называю. Нам известно, что авторы и Гёте, и Радивилл работали над этой оперой до своей кончины. К сожалению, ни один из них не дожил до премьеры, которая состоялась в 1835. Гёте умер в 32, а Антони Радивилл в 33 году. Поэтому премьеру увидели только их родные: сын Гёте Август, дети и жена Антони Радивилла. К сюжету Иоганна Гёте обращались около 80 композиторов. Не говоря о самом известном варианте Гуно, советские музыковеды сходу могли назвать Фауст Берлиоза, Шумана, Байто. К сожалению, до последнего времени и в белорусских научных трудах не встречались ни сам Радивилл, ни его Фауст. Понятно, что история — это люди, это события. Именно от этого нас и отлучали. От людей, от событий прошлого. В том числе и от Антония Радивилла, и от его Фауста. В 1999 году, в год 250-летия со дня рождения Гёте, Министерство культуры Республики Беларусь совместно с Институтом Гёте объединили усилия, и мы поставили спектакль «Фауст» Антония Радивилла. И это настолько оказалось успешно, что в европейских театрах стали ставить «Фауста», который не шел почти 100 лет нигде в мире. Хотя в 19 веке это был, пожалуй, самый популярный «Фауст» среди написанных к тому времени. Сегодня его показывают в Германии, в Польше и в Италии. Я помню, я постановщик этого спектакля и исполнитель роли Мефистофеля, что для меня это время было, я бы сказал, счастливым. «Остановись, мгновение, ты прекрасна». Так и хотелось тогда сказать почти на каждой репетиции и на каждом спектакле в то время. Надо все тысячу раз проверить, но это как всегда. И чем больше было скептиков, тем больше мы убеждали, что все-таки наткнулись, знаете, как на золотую жилу. Потому что когда мне пришел крупнейший критик немецкий в кабинет, уже здесь в театре, и я ему показал клавир Гёте, и сказал, что Гёте сам лично не только пожимал там руку, но и написал либретто, он мне не поверил. Прошло время, эта опера как бы ушла в прошлое, и сегодня очень трудно кому-то это объяснить. Никто не верит, что вот здесь это могло произойти, крупнейшее европейское событие, на сложнейший мировой сюжет. Я был просто потрясен и восхищен европейской романтической музыкой,
которую я до того времени ни разу не слышал. И это, в общем-то, проявилось в том, что я все время ходил на репетиции. Хотя мухи не ходить. Это не входило в мои обязанности. Но мне интересно было и слушать музыку, и смотреть, что происходит на сцене. Ну и знаю, в общем-то, из различных легенд театральных, которые существуют, что всегда во время подобных постановок происходят какие-то непонятные мистические вещи. В общем-то, я был готов, что это проявится рано или поздно. Что-то всегда немножечко происходило. То есть большого зла как бы потусторонний мир не причинял, но напоминал о себе, что все-таки, помните, мы, говорится, есть на свете. Там были события даже очень интересные. Лето. Прекраснейшее время года. Никаких аномалий природных, ничего нет. На Колосниках у нас тоже никаких резервуаров с водой тоже нет. Вдруг во время репетиции идет дождь или там вода или что такое. Людей там никого нет. Высота 14 метров. А бы кто туда не зайдет, и похулиганить не имел возможности никто. Но тем не менее это произошло. Что это? До сегодняшнего дня непонятно. Как это могло произойти? И вообще откуда там вода взялась? Которая именно во время репетиции она прокинулась на персонажа спектакля. Были люди, которые говорили мне: ну, куда ты лезешь? Мефистофеля исполнять. Это ведь не просто отрицательный герой. Это же Мефистофель, потусторонняя сила. Злой гений и так далее. Потусторонние силы то ли каким-то образом нас благодарили за то, что мы их показываем на сцене. А может, наоборот, не хотели, чтобы мы их показывали. Как бы то ни было, происходили странные и удивительные вещи. Возгорание. Ну, в театрах это не редкость, когда нехорошая проводка, искрит, и что-то такое происходит. Но здесь пламя возникло тоже неожиданно, совершенно на ровном месте, где его вообще не предполагалось. Там не было никакой проводки. Тем не менее, открытый огонь на сцене, опять же, во время самой репетиции. Мистика, да, мистика. Ну а когда мы работали над изданием клавира Фауста на рояле, на котором были разложены ноты, ну там подготовительные материалы, я обычно в этой же комнате сплю. Ночью кто-то ходил, и кто-то сбросил портрет Папы Римского со стенки. Со страшным грохотом это произошло. Переводчик Василий Сергеевич пришел получать гонорар в кассу. Я смотрю в эту ведомость и вижу, что он расписывается за сумму 666 тысяч рублей. 666! Это же та самая цифра Мефистофеля. Президент принял решение о том, чтобы наградить руководителя капеллы Виктора Скоробогатова, заслуженного артиста республики, специальной премией за достижения в области музыкальной культуры. И когда мы уже были на сцене оперного театра, а там раскладывали вот эти дипломы специально, чтобы, ну, церемония должна была организована быть, конечно, очень достойно, хорошо. И в этот момент, день, в одном из дипломов стекло лопнуло. Ну, догадайтесь, в каком же это дипломе лопнуло стекло? У нас была жуткая паника. Никто его не ударил, не щелкнул, ничего. Но вот трещина прошла, напомнила что-то себе. 22 февраля у одного из моих приятелей день рождения. Ну, я знаю, что всегда сложно что-то подарить. Но когда-то у нас, у советских людей, было принято дарить книгу. Книга – лучший подарок. Ну, я стал перебирать все, что у меня есть. И нашел совершенно случайно издание оперы Гёте
В это время звонок по телефону. Алло, алло. Да, я. Мы бы хотели, вот телевидение хотело бы встретиться, мы готовим передачу о постановке на большой сцене театра оперы «Фауст». И я действительно был потрясен. Я считаю, это тоже одно из проявлений мистического склада, когда совершенно неожиданно во времени стекаются события. Четко по теме, в одно и то же время. Это трудно себе предполагать. Вы не знали меня, я вас не знал. Я не знал, где находится это изумительное произведение. И вот все это в этот час точно соединилось. Создавая оперу «Фауст», Антоний Радзивилл, безусловно, мог держать в мыслях образ своего дедушки. Ведь того легендарного Фауста многие тоже считали сумасшедшим за то, что он творил. И мне кажется, что этой оперой Антоний Радзивилл мог дать ответ самому себе, кем был его дедушка Мартин Радзивилл, который, с одной стороны, принял иудаизм, создал себе гарем, занимался алхимией, а с другой стороны, возможно, просто хотел достичь чего-то, чего не достигли другие его современники. «Когда воскликну я мгновение, прекрасно ты, продлись, постой! Тогда готов мне цепь пленения, земля разверзнись подо мной. Твою неволю разрешая, пусть смерти зов услышу я, и станет стрелка часовая, и время минет для меня». Мне кажется, что вот эта скрипочка, на которой играл Мартин Радзивилл, это именно та душа, которая продолжала оставаться при нем даже в заточении, даже в застенках Слуцкого замка. А музыка, которая продолжала для него звучать, и которая потом, через два поколения, отозвалась в опере «Фауст», мне кажется, что вот это та самая нематериальная субстанция — душа. Душа Радзивилла, душа Гёте, душа Фауста, которая живет вечно. Добра ночь, Фаусте! Добра ночь, Фаусте! Зустренимся еще! Зустренимся еще!